Всем привет. Ну что, я провел проверку, послушал, как они работают, и сделал для себя вывод, что они не очень, конечно, хорошие. Но единственный плюс в них в том, что Bluetooth, который работает на прием и передаче, у него достаточно хороший. То есть он достаточно далеко берет и без помех, то есть помехи на нее влияют, и он пробивает очень хорошо толстую стену бетонную. У меня здесь бетонная стена, и на расстоянии 5 метров за бетонной стеной оно прекрасно работало. Но единственный минус в этих, то есть даже не единственный минус, значит, поменять наушники я здесь не могу, это раз, потому что эти меня не устраивают, здесь звук как из бревна, очень глухо работает. Заменить я их здесь не могу, потому что они впаяны, уже готовы. Значит, еще один минус в том, что при отключении гарнитуры, то есть самой при отключении гарнитуры, вот я ее включаю, допустим, она запускается, она там определяется мобильным телефоном или мобильным устройством. То есть при отключении у меня не останавливается проигрыватель. То есть проигрыватель отключается, как бы гарнитура, это все равно, что как я отсюда выдерну гарнитуру и идет звук. Значит, я их сравнил с теми наушниками, которые у меня блютузные, которые я приобрел буквально недавно. Тоже они стоят копейки, не очень дорого. Это такие вот, такого типа, как вот Bose какие-то, тут я не знаю. Ну, непростые. И вот такого типа Samsung. Я так думаю, что это, наверное, навряд ли, что это Samsung. Но эти наушники немножко отличаются. В принципе, то есть по корпусу они немножко больше, но по работе самой системы Bluetooth они работают только на прямую видимость. То есть, допустим, если получаются какие-то помехи, то есть там закрываешь телом там, или какие-то там стены или что, то звук прерывается. Но плюсы в этом что? Плюс в этом что? Здесь можно менять наушники. То есть их даже можно поменять от этого на это. Если у вас эти наушники устраивают, допустим, эти меня устраивают наушники. Даже еще с магнитиками. Так, а эти? А эти нет, эти без магнита. Допустим, звучание меня устраивает под определенный тип музыки. Потому что музыка есть разная, и у них есть разные наушники. То есть здесь вот такой длинный. Эти тоже не очень ахти. Но их можно менять. То есть я поменял, и даже я могу подключить сюда колонки компьютерные, то есть они работали. Я так делал, у меня работала компьютерная колонка обычная, от телефона. И еще плюс в чем этих наушников заключается. У вас тут села батарея, да? А батарея у меня здесь проработала на этом и на этом у меня, ну это немножко меньше, на этом больше. По времени порядка где-то около 2,5 суток она спокойно работала. То есть я ее включал, выключал, то есть я не заморачивался. Но когда у меня села батарея, я ее просто выдернул и напрямую просто переключил сюда. Что, соответственно, нельзя сделать вот на этом. Это уже если села батарея, то она уже значит села батарея. То есть ее уже нужно будет заряжать. Ее уже нужно будет где-то искать место подзарядки. То есть нельзя будет. То есть музыку вы уже не будете слушать. Здесь я подзарядился, переключился, и она работает. Но интерес в том, что именно вот этого типа блютузы, блютузные передатчики, работают в том, что если я здесь выключаю это устройство, то у меня здесь останавливается музыка. Вот, допустим, я выключаю, она у меня останавливается. Все. То есть я потом ее здесь опять включаю, здесь нажимаю на любую стрелочку, и у меня он здесь дальше запускается. Здесь такого нет. Здесь такого нет. То есть здесь, если я выключил ее, то я ее выключил. Я выключил само устройство. Здесь отключается само устройство гарнитуры. И дальше продолжает звучание уже непосредственно самого динамика вашего мобильного устройства. То есть вот такие вот неудобства. То есть прежде чем выключить это устройство, нужно будет остановить звучание музыки здесь. Тогда можно будет выключить это устройство. Потому что при выключении у вас будет дальше играть. Ну, в принципе,
за такие деньги, как говорится, это, в принципе, мелочь. То есть это можно и помучиться. То есть в дальнейшем плюс в этом. У него очень хорошие приемы передач. Очень хорошие приемы передач. На прямой видимости я сейчас померил его. То есть он меня видит буквально где-то на 25 метров. В среднем 25 метров у него, я его чувствую. То есть он чувствует телефон. То есть нет проблем. Через помеху, через стену до 40 сантиметров, я вам сейчас померил стену, там даже больше, чем 40 сантиметров, на 5 метров он пробивает. То есть помех в нем практически нет. Значит, я думаю, что я подумаю, и в дальнейшем я, наверное, его просто перепаяю вот на подобные выводы, чтобы можно было менять наушники. Перепаяю, ну, это уже дело техническое, это я уже здесь либо найду такое гнездо, либо будет выносное гнездо, но я его переделаю. Потому что эти наушники меня не устраивают, они не очень хорошего звучания. То есть, так в общественном транспорте ездить, на велосипеде, разве что только тарахтеть, чтобы что-то в ушах там колдебасило. В принципе, они пойдут. А для прослушивания хорошей музыки, то есть, допустим, этот уже не пойдет. Хотя сам Bluetooth передает достаточно нормальные частоты, все. Эти два у меня достаточно хорошо работают. На этом я, кстати, поменял аккумулятор сразу. Он был убитый. Вот он. Литий-ионовый. Маленький такой пупсик. Я его сразу купил, другой поставил. Они, в принципе, недорогие. Заменил. Значит, этот получается литий-ионовый на 200 мА. То есть он получается, он у меня работал. Вот, и он у меня как раз проработал сейчас около 2,5 дней спокойно. Так что, в принципе, вот два штучки. И вот третий. На основе этих двух я буду, наверное, переделывать и этот. Потому что здесь хороший прием и передатчик. Далеко берет. Ну вот и все, в принципе. Вот и все. Все, что есть.